Здравствуйте. Я хочу сегодня продолжить тему технических регламентов, которые у нас появились. С 1 января этого года также у нас появился новый технический регламент на молоко и молочную продукцию. С 1 января на всех пачках молока, там, молочной любой продукции, вы теперь можете прочитать, содержится ли натуральное молоко в этом продукте, либо там, значит, присутствуют какие-то иные ингредиенты. Об этом люди много говорили, много просили. Многие говорили, что мы хотим пить натуральное молоко, мы не хотим употреблять молочную продукцию, в которой есть так называемый молочный порошок. Государство пошло навстречу, этот документ сейчас вступил в силу, и все производители должны именно маркировать, сколько там порошка. Если это порошок, это уже не молоко, это уже молочный продукт. Весь технический регламент, он достаточно толстый, он как раз содержит описание каждого молочного продукта, будь то йогурт, бифидок, как он должен состоять. И следить за этими, значит, продуктами как раз будут государственные ветеринарные службы, которые будут отслеживать, действительно ли производитель залил в упаковку именно то, что у него написано. Поэтому могу вас поздравить. Покупая молоко, вы теперь будете иметь действительно натуральное молоко. Если вы хотите заплатить чуть подешевле и получить менее качественный продукт, вы будете иметь возможность прочитать это на упаковке. Спасибо, с вами был Михаил Силантьев.